Привет, народ! С вами Финаргот, и я продолжаю искать для вас интересные фишки после нового патча 7.10. И новая фишка, возможно, доступна была еще раньше, но заметил я ее только сейчас, ибо вообще не приходило в голову это затестить. Спасибо за эту инфу подписчику, так что не забудьте лайки. Погнали! Честно говоря, я не помню, можно ли было пить до этого два ботла одновременно. То есть в первой доте это не работало, если вы покупали два ботла и пили из одного, то и заряд уходил из второго. Во второй же доте, по крайней мере сейчас, вы можете хоть 6 ботлов с собой носить и пить каждый по очереди. Вы скажете, какой в этом смысл? То есть, к примеру, 2 ботла это 1300 голды, немалое количество денег. А я сейчас вам скажу, в чем же фишка. Помимо того, что теперь вы можете пить все ботлы, вы также можете собирать несколько рун в них. Да, это действительно так. То есть вы можете, к примеру, взять себе инвиз и хасту и включить их тогда, когда вам это будет нужно. Да, руны исчезают из ботла через 2 минуты после того, как вы их взяли, но никто не мешает брать их близко к четной минуте, а потом взять и вторую. Также не забывайте о лейте, где руны спавнятся с обеих сторон речки. Так что если у вас есть место в рюкзаке, весьма неплохая идея будет взять тот же ДД и хасту и подождать замеса, чтобы их заюзать. А это может решить исход битвы и вообще игры. Все равно кажется в каком-то смысле бесполезным, да? Тогда хорошо, такая фишка. Ботл с руной можно передать союзнику, и он сможет ее использовать. Как вам такое? К примеру, вы играете за какого-то пуджа и решили помочь своему мидеру Тинкеру или другому кастеру. Нашли на речке Аркану, принесли и отдали ботл с ней союзнику. Не слабый такой буст. То есть теперь мидеру не обязательно покидать мид, терять фарм и опыт и время на поиск рун. Эту обязанность можно возложить на четверку, которая найдет эту руну и принесет. А что вы думаете касательно этой фишки? Пишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь. Скоро на канале юбилейный розыгрыш в честь двоичного числа подписчиков, видеокарты и так далее. Включи колокольчик, чтобы не пропустить. С вами был Финаргот, и до скорых встреч.